Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Far Cry New Dawn. Ну что, давайте смотреть, что мы тут еще можем прокачать, хотя, по-моему, все прокачали. Нет, стоп, о, видали, сохранили, пересохранили игру, и тут же полная плантация всего, что нужно, выросла. Цистанхэ, мистанхэ. Я не знаю, пока кто нам поможет, пока я сам хочу разобраться. Я слишком крут и самостоятелен, чтобы просить о помощи демчиков. Но чувствую, придется. Клейкая лента. А мне вот нет, потому что он был вообще какой-то непонятный. Итак, у нас есть Гараге, правильно? В Гараге мы что-то там можем сделать. Давайте посмотрим, сколько стоит вертолет элитного транспорта. А давайте сделаем. Чё нет-то? Вертолеты там какие-нибудь нельзя? Или здесь только наземка? Да не, мне кажется, здесь все. Наша мечта, благодаря тебе. Ну-ка. Да, все. Вот, отлично. Это что? Это что? Бородач. Назван через птицы, которая любит раскалывать кости своих жертв. Угу. Как бы заставить рейдеров не обзывать его лохмачом? Это вот он, да? Ну давайте посмотрим, что будет. Угу. Посетите вертолетную площадку. Пополнить боезапас. Мы можем, короче, везде. Ну что ж, друзья мои, это новый этап, я считаю. Это новый этап, как ни крути, да. Осталось теперь только понять, где здесь есть вертолетная площадка. А вы здесь видели вертолетную площадку? Я нет. Вертолетная площадка, ты где? В каком-нибудь лагере есть что-нибудь? Нет. А у нас за лагерем есть вертолетная площадка? А тут? Ничего здесь нету. Так, давайте посмотрим легенду. А, тут нету этого. А ну-ка, электроника, электроника. Можно найти во время вылазок, зашибись. Так подожди, где вертолетная площадка? Чё за фигня? Как ее найти? Где ее найти? А, так она вот она. Она за домом есть. Игра. Игра показывала, что есть вот здесь где-то вертолетная площадка. Ну-ка. Хелипад, да? Вот вертолетная площадка. Сейчас мы с вами на вертолете полетим, друзья мои. На вертолете. Так, открываем. Иди сюда. Так. У нас есть вертолет. Поэтому. Знаете, что мы еще сейчас сделаем? А, так не получится. Да почему? Хотя почему не получится? Получится. Что здесь? Так, что, будем освобождать? Давайте. Он управляется так же, как в предыдущей части. Ну, я так понимаю... Ракеты шмаляю, да. Замечательно, да? У нас есть наш собственный вертолет. Да. А интересно, его можно дополнительно прокачать? Оружие вот так переключается. Да, это ракеты, прекрасно. Ракеты мы тут же сами изготавливаем. М?
Как вы думаете, низко летим? Это свободный обзор был. Не-не-не-не-не-не-не. Да, это свободный обзор. А что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Этого мы трогать не будем, деятеля. А вот аванпост сейчас вполне себе освободим. И получим спирт. Или этанол, как он там называется. На-на-на-на-на-на-на-на. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас мы снизимся. Устроим им. Это по мне уже, да, шарашат? Сейчас посмотрим. Сейчас все посмотрим. Ясно. Ага. Пришлем народ, они все разрулят. Хорошо. Посмотрим, что ваш народ разрулит. А, да, он перегрелся. Ну ладно. Пока промазываю. Да, есть такое. Нет, попал, ты попал, да, попадаю. Пулемет быстро нагревается, а его нельзя никак улучшить, а? А я сейчас вот стреляю другими патронами. Почему я не могу стрельнуть другими патронами? Объясните мне. Я ракетами хочу стрельнуть, а не получается. Что за фигня? Греется очень сильно. Угу. Отлично. Я вот сейчас не вижу, куда я стреляю совершенно. Готов. Греется, греется. О, тут надо разобраться. Мне кажется, можно. Мне кажется, можно с вертолетом с этим разобраться, потому что ну, очень сильно греется он. Да, мне кажется, да. Это через навыки прокачивается, по-моему. Ну где? Что, где? Готов. Я знаете, на что ориентируюсь? На свет. Вот этот красный, этот, как его, точка вот эта, я по ней шмаляю. Готов. Где еще, кто еще? Еще не все?
Кто-то еще есть, да? Непонятно. Я никого не вижу опять. Вот опять вот смешно. Меня видят, я нет. Я не вижу их. Давайте попробуем ниже пролететь, что ли. Я по ком-то попал, представляете? Оказывается, попал. Где-то вот здесь, что ли, кто-то был? Где-то вот здесь, по-моему, был. Снес я его? Вот он бежит. Вижу, вижу, вижу. Вот еще один. Готов? А, понятно. На миномет пошел. Вот еще один. Так. Все, до свидания, родной. Хорошо, зря ты сюда приехал. Ой, зря. Так, все, выпрыгиваем. Давай. В чем проблема? Мы неудачно приземлились, что ли? Да ладно тебе, успокойся, что ты. Пошли. Ну что ж, они нас подбили. С миномет шарашит. Я еще не успел подбежать, меня уже видят. А я опять никого не вижу. Да, конечно, конечно. Держи карман шире, ага. А я вижу тебя, а я вижу тебя. Меняем позицию. Угу. Опять эти чудные огоньки. Опять меня видят, я не вижу. Сегодня в белом танце кружимся. Наверное, мы с тобой подружимся. Сегодня в белом танце кружимся. Наверное, мы с тобой... Я думал, это вертолет, что это, снайпер, вот эта красная штука. Не вижу. Не вижу я эту женщину. Совершенно не вижу. Та-та-та-та-та.
Там еще кто-то приехал. Так нельзя. Вас много, а я один. Я думаю, надо вот так лучше, да. Так будет безопаснее. Пока не вижу минометную позицию. Ну, сейчас снимем. Так, это мои помощники приехали. Замечательно. Прекрасно. До свидания. Вот так идем. Спускаемся, да. Кого ты там идешь убивать? Алло. Ты умер, просто этого еще не понял. Что вот, собственно говоря, и все. Там внизу! Мы их окружили! Да офигеть, их сколько тут. Не, ну это я не понял. Почему их столько? Так, вертолет, короче, стал неотъемлемой частью, да? Ладно. Да, угу. Вот он я где, да. До свидания, родной. Тебе тоже до свидания, да. Угу. Ё-моё! А я даже не полутался нормально. Уходим отсюда. Это уже опасно. Опять меня кто-то видит. Вертолет улетел, что ли? Ну сколько мы его забирали? Минут 12, наверное, там ванпост набрали. Нормально. Но вертолет это все не ускорил. К сожалению. Ну ладно. Зато мы на вертолете полетали. Он ничем не отличается от того, который был в третьей части. Ну, че? Посмотрели, как это. Так, здесь у нас не надо ничего, не надо ничего. Особые боеприпасы мне тоже не особо нужны. Хотя, может, и стоило бы их попробовать, даже не знаю. Так, получили, да? Что ты про расскажешь? Ну-ка. Ну и чё? Наших прогнали с лесопилки. Рейдеры решили соорудить там мастерскую и теперь свозят туда этанол. Ты знаешь, что делать. А, ванпост очередной. Так, ну-ка. Здесь три, да? Это что? Точка связи. Ну, пойдемте сюда сейчас. У нас же фарм. Отлично, медь. Снайперская винтовочка нормально дала прикурить этим вот гамнюкам главнюкомовичам. Сколько туда? Километр? Ну это Феррар, конечно, Феррар. Чё уж там говорить. Чё, есть у нас это, да? А, изготовить? Не, не хочу изготовить. Что-нибудь есть такое новенькое? Кровавый дракон. Еще электроники столько гробит. Да ну нафиг. Так, что еще тут есть? Ну, давайте вот это возьмем.
О! У нас уже и трекинг появился. Слушайте, они слишком сложно здесь сделали управление. Я вот это не приветствую. Зачем мне в аркадном шутере такое замороченное управление? Вот я не понимаю. Вот просто не понимаю. Стоп. Тут поточки можно сделать. Ага. Читать. Путешествие от Рейси. Я предполагала, что здесь осталось немного еды, так и оказалось. Выходит, даже крыс стало меньше, так что у меня появился шанс поесть. Я повстречала других падальщиков, маленьких детей. Думала ответить еду, думала схватить еду и бежать, но, блин, это так глупо. Я вспомнила о Верджиле и решила поделиться с детьми едой. Они не остались со мной, не рискнули довериться. И правильно, черт возьми, мне нравится думать, что они живы, благодаря мне. Наведите так... Сейчас приложим. Может быть, вот здесь это? Вот. Как это было до... Очень мне вот это сильно нравится. Чё мы, ничего не сделали, руками подрыгали, да, и получили одно очко. Очень здорово, мне нравится. Мы молодцы с вами. АМР. Мы едем, едем, едем в далекие края. Тихо, 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 тихо. Тут он, снайпера работают вовсю. Парни, идите убейте их. Бизон-мутант. Вот бизона-мутанта можно грохнуть. В обмен на электронику. Понимаете, это я просто без тормозов в поворот въехал, а у меня моцак начал пируэты творить. Не, это слишком заморочено для меня. Я, конечно, понимаю, что любители реализма будут рады, но, друзья мои, есть отдельный жанр, называется авто- или мотосимулятор. Пожалуйста, включайте и наслаждайтесь реализмом. Что, с луком? Ну кто б сомневался? Ну кто б сомневался? Что стрелы будут эпично лететь мимо. Огонь, огонь, ничего не видно. Все. Цель там, внизу. Давай, офигели, что ли? Груз. Груз, груз, груз. В спину меня хотят жахнуть. Неплохо так, неплохо, я хочу сказать. Мы и забрали груз. Этанол даже, да? 35 единиц. Отдыхай. Нормально, да? Лук убивает с первого раза. Снайперская винтовка со второго. Баланс. Но при условии, что вы луком сразу попадете. Надо будет нам провести эксперимент. Я со снайперской винтовки постреляю в туловище. Посмотрим, что будет. Так, починить что-то, мне кажется, надо, нет? Конечно. Та-та-та-та-та. Это очень долго все. Надо быстрее все делать. Видели, какое прекрасное путешествие?
священная. Здорово, да? Я думал, это элитный бизон. Я бы его подстрелил бы сейчас с удовольствием, но нам взрывать его нельзя. Его надо будет только аккуратно убивать в бошку луком. Или дискометом. Кто там? Что там? Опять груз? Или это этанол? Печаль. Ты так хотел меня убить, мой пупсик. Так. Ну извините, мне не до этого было. Откуда? Где он? И вот она смерть. Баланс, он прекрасен. Ну что я могу сделать, если гражданская полезла? Мне надо было взрывать. Извините, тут никак, никак. Я очень много стал своих любимых бомб расходовать. Мне не нравится это. Надо как-то поумерить аппетиты. Зачем ты? Быстро, быстро уходим отсюда нафиг. Сел такой деловой, а... Я не понимаю, а где мой мотоцикл? Я что, так далеко оставил его? Или он опять пропал куда-то? Исчезание транспорта — это пикантная особенность игры? Это что за бред? Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее, быстрее, быстрее. На вот этом ехать предлагаете? Он все равно не защищает. Опять пропал? Интересно, конечно. Ладно. Тут не было ничего. Хорошо. Друзья, я же ее сбил. Собака или кто это был? Я со снайперской винтовки попробую в тело выстрелить. Посмотреть, что будет. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Name is Alice Greaves. Ух ты ж, ух ты ж. Помните, такая база данных в EGM в нечто подобном находилась в Dying Light 2? Сколько, мы еще не приехали? Уже приехали. Угу. Ну... Ясно, плюс-минус, да, где находится. Это, как ее? Как она? Сигнализация. Так, одного вижу. Shake, shake the blue, tweak, tweak, tweak. Ну да, ну да. Видите, я пытаюсь зацепиться. Но это сигналка.
Гитар, 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 гитар. Кто там, кто там? Да, серьезно? Да нету никого, что ничего не случилось. А, боятся. Зачем бояться? Никого нету, все хорошо. Ну-ну-ну. Серьезно? Меня нашли, офигеть. Где она? А я внизу. На-на-на-на-на. Серьезно? Ладно. Да. А значит, и вам команда сдвигается. Ясно. Я тебе глаз на жопу натяну. Ну ладно. Вот я сейчас покайфую. Точно? Ну ладно, давай, иди сюда. 1200 нагашот. Лэгшот это называется. Все у нас крутится вокруг аванпостов. Сейчас будет второй уровень, да. Что нам там дали? Это считается как неподнятие тревоги? Да, без поднятия тревоги. Ладно. Уговорили. Так, что у нас там? Это мне пока не надо. Здесь ничего не надо, хорошо. А я что, ничего не забрал у них, что ли? Ну как так? Я всех тут позиции пошатал. Не только позиции. Труба, дом, вагон шатал. Так, что здесь? Дневник выжившего. Не знаю, что мы будем делать, если тут все развалится к чертовой матери. Мы можем разобраться, как эта штука работает, и чинить всякую мелочевку, но собрать радиостанцию с нуля. Мы не нашли никого, кто бы знал, как все это работает. И найти нужную информацию тоже негде. Теперь-то уж точно. Остается надеяться, что мы найдем кого-то, кто заучил наизусть все книги из библиотеки. А, инфу хотели восстановить. Да, ну ладно, давайте еще пофармим. Этанол. Гитар, 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 клоум тума будуар. Может быть, через захват аванпоста, но нет, в аннотации этого не было. Но. Где? Первую вижу. Да, я в курсе. Она забита этанолом, но сигнализация может оповестить штурмовиков. Угу. Неправильно ты, дядь Федор, бутерброд держишь. Понимаешь, неправильно. Это как автомобильная антенна, только чертовки большая. Да. Ага. Пулемет мой! Вырубите! Нужно подкрепление! Давайте подкрепуху, быстро. Вызывайте подкрепуху.
Ну понятно. Подкрепление на подходе. Это был, конечно, не стелс. Я уехал в Хабаровск. А как будто и 100 лет откуда-то вещает. Я под тобой? У нас не настолько близкие отношения. Угу. Так, отдыхай. Да как мне это надоело уже, вот эти стрелы, летящие вверх. Так, уходим, быстро. Это ненормально. Сколько раз меня вот эти стрелы подводили. Ну, выручали тоже немало, но ёлки-палки, это не дело. Нет уверенности в баллистике, нету точной стрельбы, а это проблема. Угу. Многошот, все, умри. 4 стрелы у меня осталось. Миномет? Где этот говнюк? Стрелу. О, 3 стрелы у меня есть. Кто найдет, заберет себе его обувь. А что, у меня в смысле серьезная обувь какая-то? В упор, короче, шмаляешь, самый такой вариант. Хедшотами красоваться смысла нет, потому что это чревато. Да слушай, да я облутаю дружбана твоего. Кто там, где там, откуда? Быстро уходим. Все, отлично. Мы убежали. Где он? Ну, может, бинокль нам что покажет. Жута нам бинокль не покажет с вами. Угу. Да? Страшно. Он один остался. Слушайте, у нас снайперская винтовка точно элитная? То у меня сомнения просто есть. Ну-ка. Да? Это интересно. Это очень интересно. А где? Куда? А где лук мой? Дискомет, то есть. Да. Очень, кстати, у меня дискомет куда-то делся, да. Чего? Подождите. А, все нормально. Там же ручное оружие, оно не могло заменить. Так, опять нет. Опять нет. Ладно. Это был муть-офф.
И заткнулся. Ой. Какой там уровень у него? Еще 200 мы взяли, да? Нормально. Так, отлично. Сделали. Так, здесь. Все, стрелы есть. На этом мы, друзья, с вами серию закончим. Продолжим следующий. Собственный вертолет у нас с вами появился. Мы однозначно совершенствующие, усовершенствованные молодцы. Да, вот такие вот мы. Всех выносим только так. Ну и в следующей серии продолжим, как я и сказал. Пока, в общем-то, многие аспекты игры не рассмотрим. По возможности постараюсь показать все. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.